Впервые на Красной площади Центральный оркестр сухопутных сил самообороны Японии. Начальник оркестра полковник Хигути Такахиро. Тамбур-мажор старший сержант Маватари Эйти. Рады приветствовать вас, друзья! Звучит марш сухопутных войск. Автор Шарль Леру. С 1884 года он 5 лет работал в Японии. Был награжден японским орденом восходящего солнца 5-й степени. И армейский марш, написанный Леру, был официальным гимном имперской армии Японии. Традиционные барабаны тайко. Стиль исполнения – дань обычаю, зародившемуся еще во времена придворных выступлений. Он символизирует неразрывную связь исполнителя и инструмента. Обратите внимание на разноцветные бумажные фонарики, которые сейчас можно увидеть на Красной площади. Они называются тётин. У японцев эти фонарики ассоциируются с родительским домом, родным очагом. Известного русского романса «Дорогой длинною» исполнила младший сержант Мацунага Митико. Несколько слов об истории русского романса «Дорогой длинною». Это музыка Бориса Фомина, слова Константина Подревского.
Американец Юджин Раскин, родители которого были выходцами из России, в 60-х годах прошлого века написал слова на английском. Она стала называться «Это были те дни». Ее пели многие, например, Энгельберт Хампердинг и Мэри Хопкин. Далида спела ее на французском. Песня стала называться «Время цветов». Раскин до сих пор за рубежом указывается единственным автором. Но мы-то знаем, что это не так. Народная дипломатия – это очень важная дипломатия. Японцы выступают на Красной площади, поют русские песни, и мы, и они хотим жить в мире и дружбе. А все проблемы, и мы верим в это, скоро останутся позади. На Красной площади звучат фанфары и марш Токийской Олимпиады 1964 года. Автор Имаи Мицуя. Мы благодарим наших японских гостей. Спасибо за незабываемое выступление.